Многие годы ученые пытаются разгадать тайну левитирующих камней, удивляющих гостей местных жителей деревни Шивапур в Индии. Голубы весом в 50 килограммах вопреки законам гравитации, легко поднимаются в воздух. Эти камни находятся у храма в деревне Шивапур, расположенной в 200 километрах от Бомбей. Поднять левитирующие глыбы может определенное количество мужчин. Но только при соблюдении специального ритуала. Один из камней поддается группе из 11 человек, а второй – 9. При этом все должны произносить особое заклинание. Соблюдая все правила, людям удается поднять большие камни на пальцах рук. Они признаются, что вес совершенно не ощущают, валуны им кажутся не тяжелее лепестков розы. Недалеко от храма, где находятся левитирующие глыбы, есть еще одна на 63 килограмма. Данный валун с помощью ритуала могут поднять в воздух 11 монахов. Объяснить загадку чуда камней ученые пока не могут. Многие эксперты уверены, гравитацией можно управлять. Предки знали данный секрет, но современное поколение его утратило.